Всем привет, ребят. Ну что, сегодня с вами попробуем пофармить опять же новую локацию, но уже на английском сервере. Сейчас я быстренько прокачаю, заодно видите, как качаются, сколько чего надо на прокачку ресурсов. Давно я уже не ходил здесь. Я здесь, точнее, вообще не ходил, поэтому я сейчас сижу и прокачиваю здание, чтобы сбегать на новую локацию в рандоме. Правда, все зависит, конечно, от того, какие у нас будут противники. Потому что рандомчик есть рандомчик. На английском сервере вроде более прокачанные, чем на Тайване, ребята. Поэтому я надеюсь, что мы сейчас будем с вами качать здание не зря. Такс. Буду я ставить также не магические, а стрелковые башни, так как у них самое большое количество жизни. Так, как видите, надо кучу ресурсов на прокачку. Так, отлично. Поехали дальше. Что могу сказать по герою? Герой реально обалденный. Не знаю, мне он нравится. Во многих сборках он будет тащером на PvP локациях. То есть чисто для PvP локации он будет очень крутой. Самое главное, конечно, его правильно прокачать. Потому что многие качают не то, что надо, и потом в итоге орут, что герой фигня. Мы стараемся ломать этот нубизм. Чтобы вы не тратили время и ресурсы. Не смотрели всякую хрень. Прокачали правильно. Так. Еще немножко. И начнем. Надо будет собрать состав, потому что по составу очень много вопросов еще. Такс, 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 поехали. Надо нам и значков почета добавить. Я уже максималки просто прокачаю. Такс, окей. Будет качаться, этим не дает. Так, 29, 28, ну еще чуть-чуть. Самое главное не слить на значки почета, как мы это сделали на десяточке. Так, окей. Есть. Есть. Так, отлично. Выставляем башни. Так, вот так вот. И можно еще заборчик. Забор, в принципе, там не обязательно прокачивать. Мега супер прокачку делать. Так, отлично, есть. В башни ставим обязательно гарнизон. Но у меня нету мелких, поэтому я ставлю то, что есть. Так, отлично. А теперь думаем, каких героев с собой брать. Потому что мы идем все-таки в рандомчик. Однозначно у нас будет здесь по центру стоять тыковка. Без тыквы, я думаю, у нас будет печальный просто разгон. Так, поставим сюда огника.
мы поставим феникса для заморозки. Вот такой вот у нас будет феникс. Так, тут у нас будет... Фрей, я думаю, бессмысленно. Хотя, в принципе, Фрея тоже нужна для дамага. Но мы пока без нее. Мы попробуем взять сюда Анубиса, чтобы он дамажил. И сюда мы поставим ворожея для отхила. То есть таким вот вариантом попробуем. Я просто не знаю, какие там у меня будут союзники. А хотя подождите, у нас еще Зефир есть. Зефир, новый герой. Попробуем без ворожея, давайте. Сохранили команду. Теперь сейчас я их донастрою. Надо воодушевление ставить однозначно, потому что надо будет быстро убивать героев. Такс. Смотрим на тыковку. Ставим 9 СО. Чтобы дольше выживала она. Такая сборка. Ставим ангела. Самое главное, чтобы нам союзники попались хорошие. Так, здесь ставим воодушевление. Тунцем ставим панчбокса для урона. Есть. Дальше. Дальше. Так, огник. Убираем. Сразу ставим сюда. Давайте поддержку попробуем. Такой вариант. Так, пусть будет на нем кролик. Потом ледяха у нас там есть еще, да? Ледяха будет у нас такой. На него поставим вот так. И новый наш герой, он у нас такой сборочки, плюс тоже попробуем воодушевление. Я надеюсь, там нету отражалок. Все, то есть вот такой вот вариант. Можно было бы еще, наверное, взять космо. Сейчас мы попробуем один заходик сделать так. Если не получится, то попробуем космо поставить. Поехали, присоединились. Вот такой вот вариант у нас будет. Ну, видите, здесь ребята с огниками. Так, отлично. Космо заходит, как видите, космо нужны. Космики с автопроками реально тащат. Так, отлично. Смотрим на то, как новый герой работает. Вот смотрите, как он чудесно забирает энергию. Так, а вот тут вот вопрос, успеем или не успеем. Так, моя тыковка выбежала. По идее, разгончик у нас будет. Следующая волна пошла. Ух. Жестко, ребят. Посмотрите, что делается. Так, демон идет, отлично, тыковка. Тыковка однозначно нужна, но в принципе, что могу сказать, что заходик у нас должен тут быть нормальным, если успеем, конечно, сейчас убить. Так, не понял. Тыковка есть, отлично. Хватит ли времени? Вот что, вот в чем вопрос. Одного демона мы сейчас убьем, а остальных... Как видите, здесь выходят демоны, причем такие мощные. Так, а вот это, конечно, плохо. Это очень плохо. Мы можем просто не успеть его добить. Хотя у нас прошло сейчас полпути только, но я смотрю по времени, по таймингу. Скорее всего, космо здесь такие не надо. Да.
Видите, немножко времени, наверное, не хватит. Чуть-чуть не хватит. Вот космо не надо здесь. Космо помешал. Он не дал просто демону дальше пройти. Поехали еще разок. Это опять же все зависит от того, откуда перелетит. Попытка номер два. Так, вот здесь космо уже нет. Сейчас посмотрим, справимся ли мы или нет. А, нет, все-таки есть у кого-то космо, но он все-таки без воодушевления, что немаловажно. Самое главное, чтобы у вас тыковка, видите, у меня тыковка сбоку стоит. Она дает разгон, я не знаю, как там будет дальше. Так, есть там тыква? Вроде есть. Не, нету тыквы. Ну, мы этого демона должны завалить. То есть в рандомчике, видите, на английском сервере, в принципе, можно фармить без проблем уже. Это радует. То есть раз в сутки можно бегать, или у вас есть тима. Вот так вот. Первая награда наша. Мы ее получили, наконец-то. Поехали дальше. Посмотрим, какие здесь плюшки. Что нам дадут. Так, о, ничего себе. Фиолетовый сундучок, ребятушки. Фиолетовый сундучок получили. Давайте возьмем даже двойную награду сразу же. Видите, следующие будут только завтра награды. Давайте попробуем. Попробуем здесь пройти. Сейчас я только создам команду. Я возьму героев, которых я использую. Они у меня с 30-ми прорывами на архидемона. То есть у нас герои, которые будут наносить хороший дамаг. Попробуем с ними. Однозначно берем сюда Огника. Или даже не Огника. Давайте попробуем. Я попробую взять сюда максимально героев. Так, Космо. Космо, Ведьма, Тыква. Так, и Стрелка. Попробуем Стрелка. То есть, чтобы по максимуму у нас было. Правда, у меня смотрителя нет, но это такое. Такс. Такс, такс, такс. Поехали. Собрано. Тыковка. Оставим с его, чтобы не слилось случайно. А дальше. Зефир. Поставим ему доп. Удар. Стрелок. Для отхила возьмем. И также, 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 так, кто у нас там? Стрелок. Стрелок, Зефир. И Космо. Вот вариант у нас будет. Поехали, попробуем. Конечно, если повезет, но мне кажется, что мы просто не будем успевать. Сейчас посмотрим, кто у нас там будет еще дополнительно. Там многие ребята писали, что надо оставить этот этих героев, но эти герои ничего не решат. Надо скорость убивания. Они просто усиленные, но они все равно больше дамага не нанесут. Ой, тыковку слили. Интересно, у нас есть тут для реса? Че, нету? Ну, походу профукали. Моя тыковка была единственная здесь, что ли? Судя по всему, да. Без разгона мы тут ничего не сделаем. Давайте я сейчас попробую ее спрятать подальше.
Но, как видите, эта локация, блин. Так, некросы свалены. Пробуем. Попробую с угла, может она хоть выживет. Так, ну здесь она выжила. Так, есть какой-то рез у нас. Смотрите, притормаживает аж. Сейчас посмотрим. 30 секунд, но мне кажется, это Unreal тоже. Хотя, кто его знает, посмотрим, как по времени у нас получится. От хила у нас тоже не особо. Да, времени все равно не хватает. Как бы ни старались. Нереальная какая-то локация, не знаю. Просто Unreal. Для чего они сделали, я не знаю, но... Это реально жесть. В общем, вот так вот, ребят. Поехали, откроем плюшки. Вот так вот. Отсюда мы получили, не получили рун. То есть там шанс, я так понял, что очень и очень маленький. И фиг его знает. Просто Unreal какой-то. В общем, пишите комменты, что вы думаете. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Буду копить сундуки. Всем удачи, всем пока.